Звезда призналась, что зима для нее – лучшее время года. И известная балерина Анастасия Волочкова, как известно, любит закаляться. На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала видеозапись, на которой сидит в ледяной новогодней купели. Холодно, если честно. Вот такие льдины. А вы попробуйте, а потом судите, отметила звезда, намекая, что ее видеозапись снова подвергнут обструкции подписчики. Звезда также отметила, что немногие смогут провести репортаж из ледяной купели. Кстати, на видеозаписи звезда, судя по всему, не совсем трезва. Хотя, возможно, язык у нее заплетается от мороза. Зима – лучшее время года, потому что в купели всегда есть лед. А вы как начали Новый год? Смогли бы провести репортаж из ледяной купели? Это очень полезно. Как же будет мне не хватать этого снега, когда температура воздуха будет на 40 градусов больше, отметила Волочкова. Языком еле шевелит. Хотя и неудивительно, чтобы в ледяную воду залезть, нужно не одну бутылку выпить. Залезьте в купель замороженную, не так язык замерзнет, пьянству бой, заметили в комментариях пользователи Анастасии Волочковой.